Вы на канале Коноблог, и это наш новый выпуск. Сегодня я нахожусь в аквапарке Коктебель. И в этом видео я расскажу о крутых горках в этом аквапарке и сделаю небольшой видеообзор на этот аквапарк. И давайте для начала я покажу, как выглядит аквапарк Коктебель. Цена посещения аквапарка. Взрослый 4 часа 1300 рублей. Детский на 4 часа 1100 рублей. Взрослый на 8 часов 1800 рублей. И детский на 8 часов 1500 рублей. Кстати, это видео я снимаю на свое день рождения, которое было 29 августа. В подарок вы можете поставить очень-очень много лайков под этим видео и подписаться на канал. Это будет лучший подарок для меня. После того, как вы осмотрели аквапарк, давайте я расскажу о горках, которые здесь есть, и поставлю им свою оценку. И первая горка, о которой я вам расскажу, это Камикадзе. Это та самая синяя горка справа. Высота этой горки около 11 метров, длина спуска 40 метров, а скорость, которую вы можете развить, 43 км в час. Горка находится под большим углом наклона, поэтому большая скорость и ощущение открытого падения обеспечены. Подойдет для бесстрашных людей. Горка Камикадзе мне очень понравилась, поэтому поставлю этой горке 8 из 10 баллов. Следующая горка, о которой я вам расскажу, это свободное падение. Название горки говорит само за себя. Резкий спуск, большая скорость и большая высота в 11 метров. Я не сразу решил съехать с этой горки, но когда решился, были незабываемые впечатления при спуске. Мне очень понравилась эта горка, поэтому поставлю ей 9 из 10 баллов. Следующая горка, о которой я вам расскажу, это летящая вверх лодка. Горка высотой в 9 метров, длина спуска 51 метр. И скорость, которую вы можете развить, это 40 км в час. Скатываться нужно на двойных рафтах. Сначала вы преодолеваете резкий спуск, и по инерции вас закатывает на небольшой подъем, после чего вы скатываетесь в бассейн. Мне очень понравилась эта горка, поэтому поставлю этой горке 10 из 10 баллов. Она идеальна. И следующая горка, о которой я вам расскажу, это семья на плоту. С нее могут скатиться от 1 до 4 человек сразу, на специальных рафтах. Горка высотой 12 метров, а длина спуска 116 метров. Скорость, которую можно развить, это 25 км в час. Скорость на горке маленькая, этим мне она и не понравилась, поэтому поставлю ей 6 из 10 баллов. Следующая горка, о которой я вам расскажу, это мультигорка. Она высотой в 9 метров, длиной спуска 36 метров. Скорость, которую можно на ней развить, это 30 км в час. Горка мне показалась медленной, поэтому не понравилась. Скорее всего, она подойдет больше для детей и для людей, которые в аквапарке в первый раз. Оценю эту горку на 5 из 10 баллов. И следующая горка, о которой я вам расскажу, это мультисерфинг. Высота горки в 9 метров, длина спуска 31 метр, а скорость, которую можно развить, 28 км в час. Горка состоит из трех дорожек. Подойдет для соревнований на скорость с другом. Но эта горка тоже мне не понравилась из-за маленькой скорости, а под конец спуска брызгами в глаза. Поэтому эту горку оценю на 5 из 10 баллов. Следующая горка, о которой я вам расскажу, это твист. Это целый комплекс горок. Высота горок 9 метров. Длина спуска 48 метров. А скорость, которую можно развить, 32 км в час. Это закрытые полностью горки. Поэтому присутствует эффект затемнения. Горки мне понравились своими поворотами, которых ты не ожидаешь. Поэтому оценю их на 7 из 10 баллов. Следующая горка, о которой я вам расскажу, это черная дыра. Высота горки целых 12 метров, длина спуска 105 метров. А скатываться с этой горки вы будете 15 секунд. Горка полностью закрыта, поэтому скатываться вы будете в полной темноте. Она мне очень понравилась своими резкими поворотами, которых очень много и которых не ожидаешь. Я словил от этой горки незабываемые эмоции,
поэтому оценю ее на 8 из 10 баллов. И заключительная горка, о которой я вам расскажу, это космическая дыра. Высота горки 8 метров, длина спуска 16 метров по трубе. После чего вы попадаете в унитаз, где крутитесь, пока не потеряете скорость. Затем падаете в бассейн. Горка мне очень понравилась, поэтому поставлю ей 8 из 10 баллов. Но есть шанс удариться головой об воду при падении в бассейн, что у меня и получилось. Также в аквапарке присутствует детский комплекс с тремя безопасными горками и маленькими горочками высотой не более 3 метров, а также детский бассейн. В аквапарке еще есть и обычный бассейн с тремя джакузи. А сейчас вы можете наблюдать, как я плаваю в бассейне. На этом наше видео про аквапарк Коктебель подходит к концу. Если вам понравилось, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой формат видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока!